Будет. Конечно. Я про вас загадал, про всех. О, давай. Опять. Вот еще раз. Сегодня что, день сурка? Чучу. Я бы не хотел, чтобы каждый день просыпался в день своего рождения. Мы заботимся о желании, понимаешь? Да, хорошо, желание. Так, желание. Вот оно, желание. Хватаю за хвост. Поймал. Все, окей, хорошо. Ура! Аплодисменты все, кто находится в студии. Давайте поаплодим, шум так тихо. Давайте. 300 Дима Билана. Обязательно смотрите все это потом на сайте lofradio.ru. А, если еще показывать. Дима, конечно. Тебя поздравляем с днем рождения. Я бы хоть одетый пришел. Так, да. На самом деле, всего-всего-всего, самое главное, улыбок, счастье, чтобы родные и близкие тебя никогда не покидали. Это самое главное. Я того же вам желаю. Творческих высот тебе, муза, чтобы тебя никогда не покидала. Спасибо. И вот твоя вот эта вот непринужденность, и именно вот твоя харизма, которую ты излучаешь, всегда оставалась с тобой. Благодарю, и вообще вам спасибо большое. Ура! Я... От всего компании Лафразио. Ура! Спасибо! Свой день рождения вместе с нами, с красавцами Лафразио. И в завершении этого великолепного часа «Ты кушай утку», а мы послушаем работу «Дзинь».